если нужно. Китайская.
90.
только подъезжаю. Ну, это показывает навигатор 130, но он показывает до Красной площади. Ну да. Я этот, вот сейчас я подъезжал к этой, к системе оплаты. Ни хрена не видно. Там это, ну, надо какие-то значки смотреть. Я увидел значок автомобиль и как бы радиоволны, что ли. Вот, вот такой. Я не успел подъехать, уже шлагбаум открылся. Рублей? Да ты что? Ничего себе. Ну я этот по платной дороге ехал, но только начиная от Ростова. Почему? Потому что, ну, проблема с колесами, я очень переживаю за них, это раз. Во-вторых, по сельской местности, по государственной дороге, там... Сейчас, секунду. Там полотно дороги не очень хорошее и очень узкая, узкая проезжая часть, понимаешь? Вот, поэтому я не стал рисковать. Вот. Решил это... Так оказывается, да? Ничего себе. Чё-чё? Ну да. А кто брезгует деньгами? Я не знаю. Вот. Ну, этот... Тогда я к дому, наверное, уже сейчас перебью. Навигатор. Ты дома или на работе? Вот, надо думать, ты уже домой собираешься, да? Или мне в машине? Ну что, я в машине буду сидеть ждать или как? Ну, когда приедешь. Часа 24 минуты. Это до центра Москвы. Ты подождешь на телефоне? Сейчас. Борисовские пруды, дом 23. Показывает один час 40 минут. Хорошо. Ну все, давай, я на связи.